Ассаламу алейкум, уважаемые зрители моего YouTube-канала. Сегодня будет короткое видео на тему, как замариновать мясо на лагман. Сегодня я покажу вам белковый маринад. Это один из самых моих любимых маринадов. Поэтому смотрим. Значит, нам понадобится говядина, транш, мякоть. Вот мы его уже зачистили, порезали на небольшие пластины. Вот так это все выглядит. А в идеале, конечно, если вы хотите прям максимально тонкие кусочки, вы, значит, берете говядину, зачищаете ее от ненужной пленки, нарезаете на небольшие брусочки и отправляете в морозильник на 2-3 часа. Мясо подмораживается. За счет этого вы можете контролировать толщину, размер говядины. Желательно замочить в холодную воду, чтобы вот вся вот эта ненужная кровь стекла, да, с мяса. При мариновании, а затем при обжаривании говядины, соответственно, у вас мясо будет выглядеть золотистого цвета. Значит, заливаем мы говядину холодной водой. И оставляем буквально на 20 минут. Белковый маринад, поэтому яйца в первую очередь. Из расчета 1 яйцо на 1 килограмм, соответственно, беру 5 яиц. Взбиваем. Друзья, обязательно найдутся комментаторы, кто спросит меня, почему нельзя сразу 5 яиц разбить в мясо, да, не взбивая при этом все. Я вам отвечаю на вопрос. Когда вы не взбиваете яйца и добавляете их в говядину, начинается замес, да, вот этот процесс замешивания, где-то у вас попадает желток, где-то белок, это все отсекается, да, что не есть хорошо для маринада. Поэтому нам нужна равномерная масса, равномерная текстура, да, чтобы у нас был правильный маринад мяса. Говядина уже готова, поэтому мы вливаем яйца. И здесь очень важный момент, тщательно размешать, чтобы каждый кусок говядины промариновался. Вот таким вот способом. Друзья, солите обязательно соевым соусом. На первом месте не стоит именно соль, да, вот это в гранулах, да, мелкая соль. А в первую очередь нужно солить именно соевым соусом, да, чтобы у мяса был вкус более такой яркий. Добавляем соевый соус, небольшое количество. Вы не переживайте, потому что все граммовки я оставлю в описании к этому видео. Поэтому сейчас я делаю все на глаз, но для вас я специально сделаю отсылочку. Значит, тоже размешиваем все. Конечно, можно было бы добавить и имбиря, чесночелу, но, к сожалению, мои гости не все любят. Но если вы готовите для себя, обязательно можете добавить пару зубчиков чеснока, добавить имбирь. Мясо будет еще нежнее. Так, дальше. Очень важный компонент, это, конечно же, кукурузный крахмал. Добавляем 2 столовые ложки. Пока что. 2 сказал, сам положил 3. Размешиваем. Ну и, конечно же, можно слегка присолить небольшое количество. Соли здесь не помешает, не навредит нашему маринаду. Дальше. Обычно я добавляю куриные гранулы. Если куриный гранул у вас в городе нет, это не проблема. Можете взять там маги, да, кубики. Пару щепоток. Ну и в завершении немного растительного масла. Смотрите, какое красивое мясо у нас. Все, друзья, в принципе, наш маринад готов. Мы оставляем его буквально на 1 час. Мясо для лагмана готово. Что мне хочется от себя порекомендовать лично вам, какие ошибки допускают начинающие повара. К примеру, посмотрели у кого-то какой-то маринад и начинают там крахмал замешали, сразу же там яйца разбили, водой разбавили соевый соус и вот все это быстро-быстро размешали, убрали. И потом
во время обжаривания там, при большой температуре, да, это газовый вок, либо вы там дома на сковородке нагрели масло, выкладываете говядину, соответственно, у вас весь крахмал отсекается от говядины, и как бы толку от маринада никакого нет. Это все вот на начальном этапе, да, когда вы не поочередно кладете продукты, а все сразу вываливаете, замешиваете, соответственно, маринад уже не получился. Поэтому эти ошибки я вам настоятельно рекомендую не совершать, а больше изучать, смотреть меня, подписываться на мой YouTube-канал и, конечно же, ждать новых роликов. С вами был я, Эльзат Малик, и увидимся в новом выпуске.